где Синицын у нас? Не знаю. Летает где-то, а что? Да я хотел... Ну, сядьте. Я хотел про... Про егеря про нашего спросить его. Про Прохорова? А что с ним? Не знаю. Только он вчера на фирму к Савельеву айтишником устроился. Да ладно. А зачем ему? Вот и я тоже думаю. Зачем? Я сегодня проверял. Никуда он с егеревской должности не увольнялся. В общем, как-то странно все это. Может, он только решил уйти из егерей? Вот и подыскал работу новую. Вот я и хотел у Синицына спросить. Они же вроде как общаются. А его нет. Мобильник не отвечает. Вы Прохорова в похищении, что ли, подозреваете? Работа наша такая. Подозревать. Так за девочку выкуп уже дали. Так в том-то и дело. Выкуп дали, а девочку-то не вернули. А Прохоров сейчас доступ к компьютерной базе имеет. Вот я и подумал, может, он еще раз хочет выкуп потребовать. Вот и сидит сейчас, проверяет, как там на фирме с деньгами. Ну, чтоб не продешевить. Да ерунда какая-то. Да ну не верю. Так, ты давай прекращай мне вот это. Верю, не верю. Ты кто, опер или гадалка вокзальная? В общем, ноги в руки и последи за ним. За кем? Калинин, ты что все время дуриком прикидываешься? За Прохоровым. Все, давай.